Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова видео на проекте Majin Holy Play. Сегодня будет очень необычное видео, я даже не знаю, понравится вам или нет, но надеюсь, что оно вам понравится, потому что оно такое очень необычное, очень веселое. Это был такой некий эксперимент, поэтому смотрите видео от начала до конца. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Majin Holy Play. Также, пацаны, обязательно подписывайтесь на канал, потому что до 18 тысяч осталось совсем немножко, поэтому, кто не подписан, подпишитесь на канал. Если у вас кнопочка подписаться красная, то сделайте, чтобы она была серая, я буду очень сильно благодарен. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как я думаю, вы поняли, сегодня будет очень необычное видео, я даже не знаю, как вам его подать, чтобы вы все поняли. Короче, у меня есть вот такой вот замечательный автомобиль, это Bugatti Chiron. Это самая быстрая машина на серваке, которая едет больше, чем 300 км в час. И сегодня хочу провести некий эксперимент с радаром, который стоит возле моста Южного. Моя суть, это получается разогнаться до максимальной скорости и проехать мимо радара. Я хочу наловить штрафов на сумму 1 миллион. И мы посмотрим, быстро это будет или нет, и сколько вообще штрафов будет давать за один проезд. Я думаю, пацаны, вам это будет интересно. Да, я понимаю, вы думаете, блядь, что за бред, типа, зачем вообще такое нужно снимать? Но мне самому стало интересно просто. Вы знаете, то, что я всегда снимаю то, что мне интересно. Надеюсь, вам это тоже будет интересно. За сколько я смогу проездов получить штраф в 1 миллион. Да, конечно, 1 миллион это довольно-таки хорошая сумма, но что не сделаешь, пацаны, ради контента, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Итак, пацаны, я уже полностью заправил свой автомобиль. Я думаю, вам интересно, откуда вообще появилась такая тупая идея у меня, чтобы записать это видео. Получается, я вчера или позавчера катался, катал рейсы на фуре на Магнуме, и превысил скорость, получается, за мостом Южного. На 40 км превысил скорость, и мне дали штраф 20 тысяч. И мне просто стало интересно, если на Бугатти на всей скорости приеду, сколько мне дадут штраф? Мне реально это очень интересно, я решил записать об этом видео. Я надеюсь, вы меня как бы поддержите, потому что видео необычное, думаю, такого точно никто не делал и делать не будет, кроме меня. Тем более, просто так лям проебать на штраф, мне кажется, очень жестко. Да, с той стороны буду разгоняться, вот видите, тут радар на 90 км стоит, и мимо него я хочу пролететь на всей скорости. Ну, в принципе, вот, можно уже ехать, давайте разгоняемся. Сейчас максималочку выжимаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пробуем еще разочек, включаем нитросик, так, постепенно заезжаем сюда, и на прямой можно тапку в пол. Так, максимальная скорость. Бля, я из-за фуры не смог разогнаться. Сука, так бы сейчас охуенно было, понимаете, ну, просто автобусы ездят, фуры ездят, короче, ну, это нужно ночью делать, но я решил днем записать видосик. Конечно, возможно, где-то еще есть радар похожий, который нормально штрафует, но я, честно, не помню, где это может быть. Так, вроде бы люди уже проехали немножко. Сейчас я выровню машину и уже включу нитро. Все, включил нитро. Так, давай, давай, 300 км в час. Ух ты, блядь. Не, ну это жестко было. А мне штраф, да, или нет? Я что-то не увидел. Так, попытка номер 4 получается. Сейчас обратно разгоняемся и я включаю нитросик. Все, пошла, малышка. Так. Давай, 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 максималочка. Бля, я трюки сегодня делаю или радар проверяю? Я не могу штраф получить, сука, чё за бред? Как сальтуху наебну, так как нихер делать, а штраф получить я не могу. Заебись. Сука, почему он не работает? Вот, я еду на всей скорости. Радар. Вот, получил штраф. 118 тысяч штраф, пацаны. Пиздец. Я еще сейчас не перевернусь по-любому. Давай, давай, давай! Перевернись, перевернись! Е-бой, сука, лайка босс просто, пацаны. Штраф 118 тысяч мне дали. Сейчас постараюсь зайти в поворот нормально. Блять, 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 давай. Ай-яй-яй. Пизда, пизда, пизда. Я даже штраф не получил, по-моему.
Короче, пацаны, я вспомнил, где еще прямая есть. Ну как вспомнил, мне в Фоме написали. Я спросил, типа, где есть Адар, где есть хорошая прямая. И возле ФСБ стоит Адар. Но, сука, там светофор стоит. Если на красный проедет, у меня могут посадить. Всем, кто в Фоме, пацаны, привет. Вот, всех, кто себя здесь видят. Вам, пацаны, очень большой привет. Просто там пацаны просят привет передать в чате. Как бы, чтобы каждого не обделять, я передаю привет всем, кто себя видел только что. Так, вот здесь есть прямая хорошая. Давайте разгоняемся. До максималочки просто. Вам похуй, сэр, мне похуй, сэр, а вам похуй и мне похуй. А давайте тогда распространять наш похуизм. А давайте. Нам похуй. И попробуем проехать. А, тут красный. Ну, сейчас меня посадят, пацаны, чекайте. Пизда, блядь. А на нахуй. У меня еще антирадар сработал. Ладно, давайте на свой страх и риск проедем еще раз. Вот так вот на всей скорости просто. Знаешь, звучит как охуенная идея! Ну там красный был, сейчас меня по-любому посадят нахер. На нахуй. Просто в хлам въебался, а штраф даже не получил. Итак, пацаны, я, короче, приехал оттуда, откуда я начинал, потому что, ну там нереально вообще, там тупик жесткий, там вообще хреново. Так, давай разгоняйся, малышка. Сейчас мусоров въебанем. Ебать, она сальтушечку хуярит просто. Как нехер делать. Ну, в итоге я даже штраф не получил. Я уже, наверное, сколько раз? Пятый, десятый еду назад туда-обратно. Так, давай. Ебать, сальтушечка, нахуй. Бум, блядь. Здрасте, нахуй. Я ваша тетя. Бля, жалко нельзя этот антирадар как-то снять. Или можно, подождите. Антирадар можно снять или нет? А ну сейчас я пойду в тюнинг и посмотрю, можно его снять или нет. Убрать так. Чип можно, покрасочную работу, спойлер. Нет, пацаны, антирадар нельзя убрать. Ну это габелла, пацаны. Я, конечно же, буду сейчас пробовать, но мне кажется, это вообще пиздец. Видос, я думаю, длинный получится по-любому. Ну бля, я не знаю, там на 60 километров стоит, типа, ну там штраф больше будет, намного. Там намного штраф больше будет, чем этот. Но, блядь, я не уверен, что я максималку там сделаю. Ну и там, тем более, дорога заканчивается потом нормально. Ну ладно, хуй с ним, погнали. Так, давай, родная. Штрафани меня, сучка. На, нахуй. Не, штраф даже не получил. А ну, давай, рискни меня штрафануть, сука. Давай. Е, штраф получил. 109 тысяч штраф получил. Максималочку, пошла, родная, пошла. Пизда. Блять, фух, перелетел. А не, нихуя, пизда. Все, пацаны, вроде бы как у меня уже штраф на 1 миллион, потому что я уже заколебался сюда-сюда ездить. Пацаны, тоже люди мешали, здесь какая-то железная дорога тоже. Но здесь штрафы побольше давали, потому что здесь ограничение 60 километров, а на мосту было ограничение 90 километров, да. Сейчас зайдем, тут банкоматик, в принципе, есть. И сейчас посмотрим, на какую сумму я накатал штрафы. Ну, примерно должно быть где-то миллион. Ну, я так думаю. Так, давайте подходим, оплатить все штрафы. 1 миллион 100 тысяч, пацаны, штрафы. Можете сами посмотреть. И это у меня заняло 14 штрафов всего лишь. То есть, блин, это реально жестко. Но самый большой штраф, который мне давали, это 118 тысяч. Это когда ехал на всей скорости просто. И за это мне дали штраф 118 тысяч. Короче, видосик получился, мне кажется, очень интересный. Я надеюсь, вам реально понравилось. Потому что я очень сильно старался, чтобы он был интересный. Были смешные моменты, когда радар просто не работал, когда я жестко улетал куда-то. Поэтому я считаю, что видосик получился очень интересный. И теперь вы можете с уверенностью сказать, сколько вы будете получать штраф, если вы проедете на самой быстрой машине мимо радара. Это больше был как эксперимент просто. Вот мне очень было интересно, сколько я получу штраф, если проеду на всей скорости. Я лично думаю, то, что штраф будет около 200 тысяч, но так получилось, то, что штраф максимальный был 118 тысяч. Все, пацаны, всем пока-пока.